Здорово, дружище. Я дико соскучился. Мы не виделись целую неделю. Я, Робот Рид, рад представить тебе новый выпуск игрового реванша на канале Gamer from Outer Space. Сегодня пятница 13, и я приготовил для тебя мясную штуковину. Дом мертвых. The House of the Dead Remake – это переработанная версия легендарного шутера, выпущенного в 1997 году для аркадных автоматов. Новая версия значительно превосходит оригинал по своей графике. Ремейк вышел в конце апреля 2022 года, и сегодня мы пройдем его. Особняк Кюриена хранит секреты корпорации ДБР, продолжающей экспериментировать с человеческим геномом. Согласно отчетам, в 1998 году в особняке пропало несколько людей, когда подопытные существа, выращенные в его стенах, вырвались на свободу. Истина о том, что на самом деле там произошло, навсегда засекречена АМС. Единственную информацию можно почерпнуть из расплывчатых показаний Рогана и агента Джи. Добро пожаловать в мое поместье. Надеюсь, вам здесь понравится. Боюсь, я не могу поприветствовать вас лично. Но несколько моих созданий помогут вам почувствовать себя как дома. Sophie!
Thank you. Reload! 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 Sophie!
But you okay? I was so scared. Reload!
thank you. Still upstairs. We won't let you have it your way, Kurien. Locked. Reload. This must be the security card. Thank you.
Reload! Use this. Unlocked. I must compliment you. I didn't think you could make it this far. However, this is it. Let's see how good you really are. Reload! Reload!
I'll get you, Kurien! Out, Kurien. I must admit, I really respect your consistency. But you will never, ever defeat me. Say hello to my masterpiece! Who are you? Nobody gives me instructions. I shall destroy everything. What happened? Why don't you follow my instructions? Reload! Reload! Reload!
Everything is over. I have nothing more to lose. However, I must go on. Goodbye, Kyrian. Farewell, Sophie. Вот такая она, легендарная классика в новом издании. Я кайфанул, и обязательно постараюсь настрелять все возможные в этой игре ачивки. Надо потренироваться. Ну а на сегодня это все. Жду тебя ровно через неделю на новом выпуске игрового реванша на канале Gamer from Outer Space. Если не впадлу, хлопни лайк под видяшкой, по-дружески.